4 февраля два пассажирских автобуса «Башавтотранса» были обстреляны из пневматического оружия. В Нефтекамском АТП утверждают, что это уже 7-й случай за последние 2 месяца. Как правило, в пассажирском транспорте страдают оконные стекла. Заместитель директора отмечает, что все происшествия происходят в одном микрорайоне. В январе злоумышленники обстреляли 2 автобуса напротив домов номер 72 и 75 по улице Социалистическая. 4 февраля вновь пострадали автобусы, следующие по 8-му маршруту по улице Ленина в районе озера Светлое. Изначально автотранспортники спускали с рук все злоумышленникам, но на этот раз предприятие составило заявление в полицию. Данные факты были зарегистрированы и проводится проверка. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение, заявили в отделе внутренних дел. К счастью, так скажем, никто не пострадал. Пассажиры целые, невредимые. Ну, автобусу принесен так прямой ущерб, так скажем, 35 тысяч рублей. Это не считая то, что автобус будет стоять на ремонте, так скажем, упущенные выгоды. Воспользуюсь моментом, хочу обратиться к горожанам нашего города, чтобы, если они кто-то имеет информацию об этих людях, прошу обратиться в полицию.